В текущем году оперативниками ГУБЭП МВД совместно со столичными коллегами выявлены факты получения взяток должностными лицами дорожно-эксплуатационных предприятий Минской области. К слову, в январе этого года главой государства поручено навести порядок в рассматриваемой сфере. Проведенными мероприятиями установлено, что представитель коммерческой фирмы города Минска регулярно благодарил руководителей и иных должностных лиц дорожно-эксплуатационных предприятий Минской области за приобретение у него товарно-материальных ценностей и их своевременную оплату. Размер незаконного вознаграждения определялся взяткодателем самостоятельно и составлял около 10% от чистой прибыли. Сумма взяток отдельным должностным лицам достигала 34 тысяч рублей. Примечательно, что товар приобретался коммерсантом в Минске и Минском районе, после чего в два раза дороже реализовывался государственным предприятием. Те, в свою очередь, не проводили никаких конкурентных процедур ввиду корыстной заинтересованности должностных лиц, причастных к криминалу. По аналогичной схеме взяткодателям была организована работа с двумя должностными лицами предприятий сферы промышленности и сельского хозяйства, которые также задержаны за получение взяток в крупном размере. Всего же за принятие незаконных денежных вознаграждений Следственным комитетом возбуждены уголовные дела в отношении 9 злоумышленников. Общая сумма взяток составила более 126 тысяч рублей. Не исключено, что в ближайшее время могут быть выявлены новые факты деловой коррупции в сфере дорожной эксплуатации. Сотрудники ГУБЭП МВД продолжают работу в этом направлении.